Медиагруппа «Авангард» представляет. Меня зовут Луцев Данил, я руководитель отдела развития компании Security Vision. И Павел Кузнецов, заместитель управляющего директора по технологиям кибербезопасности Positive Technologies. И трек наш открывает Денис Троченко, руководитель отдела мониторинга компании «Перспективный мониторинг». Он расскажет нам, чем мониторинг открытых систем может помочь аналитику SOC. Я всех приветствую. Меня зовут Денис Троченко. Я являюсь руководителем направления мониторинга компании «Перспективный мониторинг». И я хотел бы вам рассказать доклад на тему, чем мониторинг открытых систем может помочь ИБшнику. Для начала давайте с вами определим, что мы будем считать в этом докладе открытыми системами. Под открытыми системами я буду понимать все эти системы, к которым можно получить доступ через сеть интернет. Следовательно, они могут определяться IP-адресом, портом и, если это динамический IP-адрес, то доменным именем. В качестве примера я привел две открытые системы. Это официальные сайты Министерства обороны Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Как мы видим, у них есть определенные IP-адреса и необходимые порты, с помощью которых эти системы работают. Как эти системы обычно строятся? Самая классическая схема, конечно, это выделение в сети организации демилитаризованной зоны, где мы можем все необходимые сервисы разместить. Конечно же, здесь сразу мы видим возможность установить все необходимые средства информационной безопасности, которые нам могут пригодиться, и полностью контролировать всю ситуацию, которая происходит с нашими открытыми системами. Но параллельно этому возникает необходимость поддержки необходимого оборудования, необходимо иметь определенный состав сотрудников с необходимыми компетенциями. Необходимо поддерживать электропитание и очень много сопутствующих на это затрат. Поэтому не всегда данная схема применяется на практике. Поэтому есть вторая схема, когда мы не выделяем демилитаризованную зону в нашей сети и оставляем это на откуп провайдера. То есть мы выносим нашу систему в облако. Помимо того, что мы теряем оборудование, которое находится в нашей контролируемой зоне организации, мы и должны расширить нашу политику безопасности. У нас есть теперь внешний нарушитель, внутренний нарушитель и появляется дополнительный внутренний нарушитель, который относится к провайдеру этой услуги. И мы не можем, соответственно, устанавливать необходимые средства защиты. Но, с другой стороны, это, конечно же, зачастую экономически выгодней. И, конечно же, я выделяю третий вариант, он немного экстремальный. Это когда под открытой системой понимается уже скомпрометированная сеть какой-либо организации, и у нас открытую систему мониторит не сотрудник безопасности, выполняющий действия по безопасности, а злоумышленник. То есть, если есть определенные сервисы ему необходимы, он также может их мониторить. Итак, давайте рассмотрим нашу открытую систему поближе. У нас есть какое-то облако. Если у него есть IP-адрес, значит, есть какое-то сетевое оборудование. И к нему уже различными способами, есть очень много технологий и вариантов, как подключаются сервисы. Это может быть веб-сервис, электронная почта и все что угодно. Здесь у нас дополнительно появляется взаимодействие между службами поддержки, как нашей целевой организации, так и самого провайдера. Появляется внутренний нарушитель провайдера и есть внешние нарушители. Дальше. И как такие системы мы будем защищать в условиях, когда они в облаке, а мы находимся в другом месте, в нашей статичной организации? Я выделяю три основных способа. Первый способ, это я его назвал black box,
когда мы находимся ровно в тех же условиях, как и рядовой пользователь, и внешний нарушитель. Если мы имеем возможность каким-либо образом изменить конфигурацию нашей открытой системы, например, вести технические учетные записи, уже у нас появляется больше возможностей относительно внешнего нарушителя, и я это назвал Graybox. И самый полный вариант, когда мы можем получить полную ситуацию по работе наших сервисов, это Whitebox, где мы имеем доступ к журналам. Давайте по порядку рассмотрим все эти три варианта. Начнем с Blackbox. В Blackbox мы можем использовать все те же инструменты, что использует злоумышленник на этапе разведки. Самое простое, конечно же, что приходит в голову, это пинг-пробы. И если у нас позволяет сеть организации или сеть провайдера, мы можем выполнять трассировку. Если у нас эта система доступна извне, значит, мы можем проводить сетевое сканирование. И в зависимости от настроек конфигурации у нас возможно будет либо получить дополнительную информацию через баннеры, либо, конечно же, использовать обычный контроль контента по штатным запросам к этой системе. Что мы таким образом можем контролировать? Конечно же, доступность ресурсов. Если ресурсы доступны, значит, все хорошо. Если ресурсы недоступны, это является поводом для заведения инцидента. По времени выполнения этих инструментов мы можем судить о загруженности наших ресурсов. Сразу отмечу по поводу трассировки. Она может использоваться для поиска смежных узлов. Если у нас появляются какие-либо смежные узлы, которые появиться не должны, мы можем судить о внедрении либо прослушивании трафика. Или, конечно, это может быть результатом штатной работы и технической поддержки провайдеров. Контроль контента здесь имеется в виду deface. Мы можем, если мы знаем то, что там должно находиться, мы можем это сравнивать по контрольным суммам или каким-либо другим способом. И если мы знаем версии программного обеспечения, которые используются в открытых системах, мы можем вести контроль уязвимостей. Все эти сущности могут нам давать информацию о нарушении конфиденциальности, целостности или доступности и могут быть поводом для заведения инцидента. Предыдущие механизмы были обозначены таким образом, что требуется непосредственное воздействие с нашей открытой системой. Но мы можем получить дополнительную информацию и из открытых источников, то есть использовать методы async. Выполняя DNS-запросы, если наша система определяется каким-то доменным именем, мы можем путем разыменования сравнивать, на верный ли IP-адрес переводит DNS-система. Соответственно, можем определять угон доменной зоны. Также можем попробовать найти DNS-фишинг. Если мы сможем придумать подобные доменные имена. Поиск в репутационных данных нам даст информацию о том, есть ли наши IP-адреса в черных списках. И если не есть, это может быть свидетельством того, что наша открытая система уже используется злоумышленником для своих целей. И мониторинг новостей. В новостных лентах также может быть информация о нашей открытой системе. В качестве примера я привожу фишинг, это подобные доменные имена google.com. Разыменовывает и мы получаем IP-адрес, который уже находится в черных списках. И по мониторингу новостей, мониторингу уязвимости у нас есть, конечно же, информационные системы, которые нам это помогут. Например, тот же Хабр, там много статей по инцидентам. И открытый сканер уязвимости нам тоже помогут. Это у нас был Blackbox. Сейчас тогда ускоримся. У нас есть Graybox. В Graybox у нас абсолютно все то же самое, что и в Blackbox имеется возможности. Просто мы можем добавить дополнительные изменения конфигурации. Например, технические учетные записи. Имея технические учетные записи, мы можем более детально получать временные метрики работы наших сервисов. Временные метрики
можно выделить для каждого сервиса в свои. Я выделяю три типа. Это время входа, время получения данных и время манипуляции с данными. Для каждого сервиса они будут, соответственно, иметь свои названия. И в качестве примера я привожу подобные метрики работы тестового сервиса, где есть у нас веб-сервис и база данных, куда можно получить доступ через систему входа. Разобраться в этом на самом деле достаточно сложно, поскольку очень много может быть факторов, влияющих на это время, и это больше похоже на астрофизику. Применяя подобные методы, можно попробовать понять, почему появилась та или иная аномалия. И это уже будет достойно другого доклада. И white box у нас имеет абсолютно другой характер. В механизме white box мы получаем от нашего сервиса журналы. Все либо выделенные. Соответственно, мы вводим в наш сервис систему передачи журналов. И сохраняя эти данные в нашем центре мониторинга, мы можем их попробовать обработать и применить определенные методики поиска вредоносных воздействий. Журналы могут быть разные, как журналы сервисов, так и журналы операционных систем. Журналы сервисов нам позволят узнать абсолютно все, что происходит с сервисом при соответственной политике журналирования. Журналы операционной системы нам позволят судить о состоянии операционной системы и физическом состоянии нашего оборудования. Логика получается следующая. Мы собираем журналы, их передаем, сохраняем и анализируем либо сигнатурными методами, либо эвристическими. По сигнатурному анализу приведу следующий пример. Был собран журнал с веб-сервиса Apache. Собран в Elastic и был создан следующий Elastic запрос. Выполнение запроса может судить о нахождении определенной сигнатуры, которая заложена в логику этого запроса. И по эвристическому анализу следующий пример. За определенный промежуток времени была выделена активность пользования определенным сервисом. И как мы видим, два пользователя очень сильно выделяются на фоне остальных. Это у нас наблюдалось агрессивное сканирование. И если подвести итоги, то даже если мы имеем открытую систему и не имеем к ней определенного доступа, не можем использовать определенные средства защиты, мы все равно можем проводить мониторинг ее работоспособности и получать данные, необходимые для заведения инцидентов. Если мы можем как-то расширить его конфигурацию, мы можем контролировать больше информации, чем может внешний нарушитель. И если мы имеем доступ к непосредственно журналам сервисов или операционных систем, мы можем вести достаточно полный мониторинг, чтобы определять любые типы инцидентов, связанные с нашим сервисом. И в центре мониторинга компании «Перспективный мониторинг» мы уже применяем подобные механизмы мониторинга. Благодарю за внимание. Рад ответить на ваши вопросы. Спасибо, Денис, за доклад. И первый вопрос, наверное, от меня будет. Если все-таки мы исходим из парадигмы, что у нас есть только пользовательские привилегии на системе, ну, условно, или это только black box, а злоумышленник уже скомпрометировал данную систему и может модифицировать по факту от привилегированных полномочий любые данные, любые журналы, любые там хедеры на отдаваемых объектах. Вот как тут подойти к такой проблеме? Да, с этим мы тоже сталкивались, и здесь поможет только вот мониторинг по white box, поскольку получение журналов в режиме не real time мы сможем отслеживать и механизмы, которые использует злоумышленник для маскировки. Если же у нас есть только вариант по black box, мы сможем только это отследить путем, например, контроля контента или нетипичного поведения данной системы и только обратиться к провайдеру нашей открытой системы. Спасибо. А, возможно, из зала какие-то вопросы к Денису будут? Да, я услышал вопрос. Слышал?
Да, почему не используется зеркалирование? Здесь причина простая. Действительно, есть механизм защиты, когда мы можем сделать петлю трафика на какую-то облачную систему защиты с применением тех же IDS или Web Application Firewall, ну, и IPS, соответственно. Но здесь больше рассматриваются те механизмы, которые уже исторически сложились. То есть ввиду либо экономической составляющей вопроса создания открытых систем или каких-либо других. То есть, да, действительно, такие механизмы есть, они в этом докладе не рассматривались, вы сказали правильно. Потому что здесь больше работа с тем, что как с Legacy, а не с тем, что мы хотим построить новую систему. Если построил новую систему, то, конечно же, я бы и это тоже рассмотрел. Спасибо большое, Денис, за ваш доклад. Давайте все-таки представлюсь чуть-чуть пошире. Зовут меня Ревенко Григорий. Я являюсь действительно руководителем отдела технической экспертизы. Отдел занимается внедрением, то бишь адаптацией наших же решений в ваши инфраструктуры. Да? И, как правило, именно наши инженеры занимаются решением всех технических вопросов в рамках внедрения. Ну так вот. О чем я сегодня хочу поговорить? Ну, достаточно часто, ну, практически из каждого утюга мы на протяжении полугода, а то и дольше, слышим одну единственную фразу. Тот или иной продукт поддержал MITRE. Ну, слышали, наверное, все, да? А у меня в голове вот возникает вопрос, а чтобы что? Да? Во-первых, чтобы что? Какие от этого плюшки прилетают к нам, да? Что нам дает вот эта поддержка, нам как, ну, вернее, вам как конечным пользователям и нам как вендорам, кто это поддержал. Я думаю, ну, здесь уже все видели такого рода сообщения. Ну и так, чтобы нам немножечко размяться и уходить уже в сам доклад, я немножечко тоже с вами интерактивчика накину. Кто вообще слышал, что такое MITRE? Давайте руки вверх. Отлично. А кто пользуется в повседневе? Отлично. Ну и теперь такой провокационный вопрос. А кто пользуется в повседневе, потому что MITRE на хайпе? Великолепно. Ну тогда давайте... Что? Я услышал я? У кого каминг-аут? Нет? Отлично. Ну тогда давайте к презентации. Начнем с самого начала. Кто же такие MITRE? Да, MITRE Corp — это внезапная американская некоммерческая крупная организация, которая работает в интересах правительства Соединенных Штатов. Ну и бесполезный факт вам в ленту — это за компанию производитель спортинвентаря. Да, это, кстати, правда. Можете загуглить, если интересно. Ну и теперь, чем же MITRE интересна и знаменита? Да, ну, во-первых, матрица MITRE атака, которую знают, наверное, все те, кто подняли руки, ну и остальные, наверное, как минимум слышали. Что же это такое? Ну, несложно догадаться, публичная база знаний, в которой у нас структурирован набор техник и тактик проникновения в нашу сеть, как написано это в Википедии. Ну или простыми словами описаны этапы атаки и способы их реализации. Давайте разбираться. Тактики — это самый верхний уровень, здесь описаны этапы или краткосрочные цели, то есть чего хочет злоумышленник на данный момент. Я думаю, это знают все, останавливаться не будем. Дальше. Эти атаки, эти этапы или тактики разбиваются уже непосредственно на технике, то есть уточнение способов, а как мы добиваемся этой цели, вернее, как злоумышленник добивается этой цели. Ну, здесь тоже несложно. У нас есть, ну вот на нашем примере, вот здесь мы сделаем вот так, наверное, чтобы мне видно был экран. У нас есть на вход тактика эскалация привилегий. Каким образом? Через запланированные задачи. А где именно? Ну, через конкретный шедулер, скедулер в условной винде. Ну, а выглядит эта матрица, как наверху у нас тактики, ну и дальше из тактик ниспадают техники, то есть идет уточнение, а каким же образом мы достигаем, вернее, злоумышленники достигают цели. Здесь окей, теперь освежим знания по MITRE Defender. Это, вы не поверите, еще одна публичная матрица, да, в которой у нас содержится структурированный набор, в этот раз уже контрмер. То есть у нас на верхнем этапе, ну, на верхнем уровне содержатся домены. Да, ну, я для себя это назвал доменами контрмер. По сути, их всего 5, а именно это меры усиления, это обнаружение, это изоляция. Здесь такой корявый перевод, но тем не менее имитация и эвикт я перевел как ликвидация присутствия. Если у кого-то есть более интересный вариант перевода, you're welcome, сделаем презентацию лучше на следующей итерации.
Да, то есть я понимаю, перевод коряв. Двигаемся дальше. Сами по себе домены разбиваются на уточняющие их категории. То есть, если мы хотим там, изолировать или сдерживать нашего злоумышленника, то что мы с ним можем сделать? Например, изолировать либо среду исполнения, либо изолировать сеть. Да, ну, здесь тоже несложно, я думаю. Ну и как это не спадает дальше на технике? И вот здесь тоже важный момент. Ребята из MITRE Defend решили немножко выпендриться, пойти своим путем, и саб-техники или под-техники решили обозвать саб-классами. Ну, сути дела не меняет. Техника — это способ достижения цели. Ну и саб-класс — это уточнение этой самой техники. Например, мы хотим внедрить контрмеру Detect, читаем обнаружение. Что именно внедряем? Мониторинг платформы. Как именно? Мониторинг операционной системы. А что именно мониторим? Мониторим аккаунты локальные. А выглядит сама эта матрица, ну, надеюсь, это не будет оскорблением чувств верующих, но тактики, категории, техники. Вот, здесь тоже ясно. И такая самая редко встречаемая матрица, это матрица MITRE ENGAGE. Раньше эта матрица называлась MITRE SHIELD, сейчас ее видоизменили, немножко переопределили ее цель, и теперь это матрица MITRE ENGAGE, которая отвечает за такие верхнеуровневые вещи формата внедрения общего, там, скажем так, диалекта между различными участниками процесса обеспечения информационной безопасности. То есть ENGAGE был создан для того, чтобы помогать коммерческим компаниям, правительствам, вендорам, сообществам и так далее договариваться для достижения определенных стратегических целей. И сама по себе матрица состоит как раз-таки на верхнем уровне из 5 целей, да, которые сами по себе разделяются еще на 2 типа. Это цели стратегические внутренние на поддержание информационной безопасности внутри нас. Да, это, ну, несложно догадаться, это подготовка и контроль. И цели стратегические, которые направлены на противодействие злоумышленнику. Да? Ну и здесь по остаточному принципу это выявление, влияние и изучение. Да? Дальше у нас есть стратегическая цель, которую мы должны каким-то образом достичь. Каким? И здесь нам в помощь следующая сущность — это методы. Методы не спадают у нас из целей, которые помогают нам их достичь. Например, мы хотим там, изучить злоумышленника, что мы для этого должны сделать. Ну, несложно догадаться. Убедить злоумышленника, что наша фейковая инфраструктура настоящая, да? Ну и мотивировать его зайти в эту инфраструктуру, чтобы оставить там побольше следов, а мы, как следствие, изучили получше его поведение. Ну, собственно, по-моему, это описание любой deception-платформы, ее целей создания, правильно? Ну и теперь давайте посмотрим, во что же не спадают мероприятия. Вернее, не мероприятия, а методы. А методы как раз-таки не спадают в мероприятия. То есть конкретные действия, используемые для достижения целей, поставленных в рамках подхода или метода. Как пример, мы хотим влиять на злоумышленника. Каким образом? Мешать. Как мы ему можем помешать? Изолировать. Да? А каким образом мы изолируем? Это уже разговоры немножко на уровень ниже. То есть это можно примапить, например, в Defend или в любую другую методическую литературу. Я думаю, с матрицами мы знания освежили. Теперь давайте посмотрим на то, как ENGAGE выглядит. Здесь тот же самый принцип, цели, подходы, все это на мероприятие. Ну и буйство MITRE, раз уж мы уже рассмотрели 3 таблицы, MITRE Rampage, это слайд о том, как же взаимодействуют эти 3 методологических инструмента. Да, давайте начнем с ENGAGE. Мы ставим перед собой цель противодействия действиям злоумышленника. Выявлять. Как выявлять? Путем сбора информации. Информации какой? Вернее, сбором чего? Информации из активности, из системы, да?
активности системы. И дальше важный момент. Дальше мы собираем эту информацию, чтобы что? Чтобы поймать злоумышленника, да, или задетектить злоумышленника в момент его уязвимости. Вот есть такой термин vulnerability. И он присутствует не только по отношению к нашей инфраструктуре, но и по отношению к действиям злоумышленника. То есть злоумышленник уязвим в момент совершения действий. Почему? Потому что он артефакты оставляет, а мы их можем сдетектить. Правильно? Я же ничего не выдумал. Не выдумал. Это хорошо. Ну и здесь, собственно, и описано, что когда злоумышленник, когда мы мониторим что-то, мы можем смониторить некоторые изменения или дернутые триггеры во время изменений там, или во время атаки. Ну и дальше мы движемся уже к MITRE-атаку через вот эту самую уязвимость. То есть уязвимость злоумышленника во время чего? Во время выполнения этапа закрепления. То есть persistence, ну здесь, по-моему, все тоже лучше меня расскажут, что такое persistence и как с ним жить. Да, каким образом достигается это закрепление? Путем создания задачи в планировщике задач. И дальше идет линк, ну или маппинг, как кому больше нравится, или логическая связь уже с MITRE Defend. То есть у нас с вами есть цифровой артефакт имени созданной задачи и лого создания задачи. Дальше мы смотрим, каким образом мы это можем поймать. То есть, когда я говорил детализация, engage про процессы, defend про технику. Мониторим и анализируем запланированные задачи, мониторим где? На уровне платформы, делаем что? Пытаемся обнаружить. Ну, вроде бы логично. Здесь мы с вами поговорили непосредственно про такую вводную часть сделали, поговорили про сам MITRE, про сами матрицы MITRE. Теперь давайте подумаем, как этим можно попользоваться. Начнем с классических кейсов. Кейс детекта. У нас на входе есть некоторые системы обнаружения разных классов. Да, то, о чем вещают из каждого утюга, о том, что тот или иной продукт научился добавлять в свои обнаружения техники MITRE. На самом деле это классно. Почему? Потому что дальше это передается на уровень системы реагирования, RP-SOAR системы, где она обогащается знаниями тактики. И дальше на основании знаний, первое, о тактике и технике, б, открытых источников, опять же, тот же проект, не знаю, ATC React, как бы, кто в курсе, я думаю, тот уже понял, так югославскому можно передать привет. Вот, вполне себе уже описанные и положенные на технике MITRE меры по реагированию, уже готовые. Дальше. В MITRE Defense также присутствуют контрмеры. И все это мапится на те самые теги, которые нам проставляют средства детекта. Ну, вроде бы класс и идиллия. Дальше подкидываем контрмеры, отправляем на реагирование. Класс. Автоматика. Что имеем на самом деле? Ну вот Гарольд как бы говорится за меня. На самом деле у нас далеко не все средства детекта умеют в обогащение техниками и тактиками, как минимум техниками, да, в рамках сработки. И уже на уровне IRP, на уровне готового инцидента, в котором множество событий, в котором несколько техник, нужно как-то вот выдумать, а как это все обогатить. Исходных наборов событий у нас нет, у нас есть только конечное правило корреляции, да, и события корреляции. В общем, это несколько больно, противоестественно, и не надо так делать. Да, но, тем не менее, имеем, что имеем. Ну и дальше, как я уже описывал, вкручиваем контрмеры и отправляем их на реагирование. Как пример того, что мы реализовывали на проекте, когда CM не смог. Да, вот нам пришлось вот делать вот такую вот таблицу соответствий, где мы натянули тактики и техники на определенные правила корреляции, потратив на это приличное количество времени. Ну и раз уж мы заговорили про наши продукты, здесь я одеваю кепку вендора. И поговорим про наш продукт Sense. Это аналитическая платформа. Да, и здесь у нас на скриншоте обнаружение, пример обнаружения. Из всего скриншота нам на самом деле интересны две вещи. Первое — это что мы обнаружили, и второе — чем мы это обогатили. Обнаружили мы сработку на кобальт или кобальтоподобную вещь. Как нашли? Понятно, вон она командная строка. Я думаю, все плюс-минус знают, что оно детектится, например, по пайпу и по определенному триггеру, который находится еще в командной строке. И дальше, благодаря интеграции с нашей другой системой, то есть в рамках большой экосистемы AirVision, мы подцепили не только
технику, то есть 11.34 манипуляции с токенами, да, и не только тактику privilege escalation, но и, я, конечно, понимаю, спорный момент, но тем не менее, APT-28 теоретически это была вот эта группировка. Почему? Потому что в следующей системе, это Threat Intelligence платформа, есть информация по взаимосвязям, что теоретически это могла быть и вот эта группировка. Да? Ну и раз уж мы перешли к типу, самые глазастые, наверное, уже заметили спойлер к завтрашнему выступлению Антона Соловья, где он будет рассказывать про тип 2.0. Да, я такую отсылку сделаю, но особо мы здесь погружаться не будем. Если интересно, что за спойлер, приходите. А нас же здесь интересует на этом скрине те самые техники, которые использовались во время наполнения отчета, да, и который описывает этот отчет. Ну и, соответственно, группировка. Ну и здесь еще за компанию, по-моему, Dropper. Теперь давайте посмотрим, как поддержка реализована в ARP. Ну, здесь пример карточки инцидента. Один из способов поддержки, ну, прикрутить, например, тактику на тип инцидента, технику на, например, способ реализации, и там, например, дальше прикрутить саб-технику для того, чтобы детализировать конкретную технику, ну и прикрутить дальнейшие меры. Зачем это нужно? И вот здесь вот коллеги из рисков должны проснуться. Не только техника, тут сейчас вот про риски буду чуть-чуть рассказывать совсем немножко. Какой же профит от того, что мы, например, мапим саб-технику или технику на способ реализации? Ну, несложно догадаться, что способ реализации — реализации чего? Давайте вместе. Предпосылки. Да? А предпосылка — это прямая дорога в риски, прямая дорога к угрозам и так далее. Да? Особо глубоко мы погружаться в этом не будем. У меня не так много времени, к сожалению. Да? Коллеги, у меня там еще сколько? Минутки три есть? Шесть. Замечательно. Ну и давайте перейдем к итогу. Да, вот я вам тут много чего рассказал. Так давайте ответим на первый вопрос. Зачем? Зачем вендора поддерживают Майтры? Ну, чтобы разговаривать с вами, в том числе, на одном языке. Второе. Классно ли это? Хорошо ли это? Какой от вам от этого толк? Ну, на мой взгляд, это классно. Почему? Потому что это позволяет достаточно легко, ну, относительно бескровно внедрить, ну, глобальную экспертизу мировую в процессы локального сока. Да, почему? Потому что вы разговариваете на одном языке с этой глобальной экспертизой. Да, и здесь продолжаем логику. Так, наверное, вот так вот. И здесь продолжая логику, раз уж мы формализовали язык общения с внешним миром, да, ну, наверное, мы сможем формализовать и свои внутренние подходы по созданию и совершенствованию методик как детектирования, так и реагирования. А следующий прям триггер. Слово «формализовали» равно сделали очередной шаг к повышению зрелости наших внутренних процессов. Я думаю, здесь тоже всем все понятно и объяснять смысла нет. Ну и такая ложка дегтя, чтобы прям не было мира розовых пони. Как и любая другая внешняя экспертиза, матрицы Майтры требуют напильника и много времени для адаптации к вашим процессам, к вашим внутренним системам, чтобы эта экспертиза начала приносить, в первую очередь, вам пользу. То есть это не серебряная пуля, но вполне может ей быть. Засим, у меня по докладу все. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Коллеги, вопросы есть из зала, Григорию? Это обязательный элемент. Отличный доклад. Пока рано, пока меня не выгнали, можно задавать вопросы. Пожалуйста. Привет. Сап. Для начала прости вновь за вопрос и спасибо большое за доклад, потому что было действительно хорошо. Спасибо за разноплановый взгляд на матрицу. Хотелось бы, наверное, вбросить. Сейчас, на текущий момент, если смотреть на рынок, все вендоры горят Митры, пытаются сказать, что мы все умеем, круто и так далее. Но если коррелировать то, что делают вендоры, с тем, что говорит сам Митры, Митры не всегда ложится на атаку. И создается впечатление, что вендоры ИБ, которые раньше делали не только код, но и методы выявления, сейчас гонятся за матрицей. Гонятся за хайпом, если быть совсем уж точно. И это уже, ну, проблема в этом.
Да не совсем эта проблема. Еще раз, матрица — это не что-то такое, вот универсальная пилюля, которая вылечит все. Матрица — это только способ договориться. Да, то есть для чего она? Ну, по-хорошему, нужна. Для того, чтобы вам, как заказчику, да, в конечном итоге, вот она, сработка произошла, и вам не надо думать, что здесь надо делать, находить высококвалифицированного специалиста, который объяснит, что нужно делать. А сразу зашел там, не знаю, в ATC React и ну, наверное, реагировать надо вот так, вот так, вот так. Зашел в тип, посмотрел, каким образом можно, там, ну, в любую Threat Intel платформу, посмотрел на отчеты, где реализуются такого рода техники, и уже есть понимание, а как реагировать. Но с точки зрения именно самой техники детекта, ну, мы детектом особо сильно не занимаемся здесь, я за коллег подсветить не смогу. Да, Гриш, я про то, да. Что вот то, что ты рассказываешь, это тоже отчасти иллюзия. Потому что у того же Митры есть, к примеру, курс, который называется SOC Maturity. Да. Именно маппинг матрицы на техники и тактики, которые покрывает Митра. И в рамках этого сока они говорят, что да, можно положить, но способов положить 10 различных, и все они верны. Да. Поэтому это не истина, это просто одна из методологий, которые верны. Все так, и более того, это было итогом, что мы должны взять напильник и адаптировать под себя. Да, все так. Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. Еще раз подсветили тезис, что требует, Майтер требует адаптации, и адаптация очень хорошая, и очень вдумчивая адаптация. Григорий, я со своей стороны, наверное, тоже немножко наброшу тогда, и потом будем переходить к следующему докладчику из ограниченного тайминга. Прямой вопрос. Вот помогала ли Mitre ATT NCK компании AirVision в твоем лице находить понимание с кем-то из заказчиков? То есть ли уже практические кейсы, когда вы прям построили модель нарушителя, используя один из инструментов Mitre? Да, и более того, я там уже пару скриншотов приводил. Мы в некоторых заказчиках даже это дело прикрутили. Относительно ATC, мы, более того, на старте помогали и обращались к ней для мер противодействия. То есть в этом плане технический кейс есть, и он даже понятен. Я его подсветил, что для того, чтобы стартануть процесс реагирования, да, когда у нас, ну, по сути, вчера было чисто поле, сегодня мы прикрутили CM, сегодня мы прикрутили ARP, собрали, случилось чудо, и мы нашли специалистов, дальше нужно как-то действовать. А как? Формализации-то еще нет. И вот в данном случае на этом проекте, о котором я говорю, Mitre Attack и ATC React нам помогли стартовать этот процесс. Да, потом мы его адаптировали, переписали, но как старт это был великолепный старт. Всем рекомендую. Отлично. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Здравствуйте, дорогие коллеги. На самом деле у меня здесь тоже будет не раз употребляться слово Mitre. Хочу, наверное, это как-то невольно получилось, но мой контент, он довольно интересным образом развивает на самом деле тезисы предыдущего выступающего. Спасибо. Меня зовут Вениамин Левцов. Я давно в лаборатории Касперского. Вот, и какое-то время назад мы довели наши сервисы расширенного детекта, так скажем, которые работают поверх продуктов, до уровня, ну, так скажем, глобального уровня MDR. Вот. И столкнулись сейчас с тем, что некоторыми нашими заказчиками, на самом деле, да, партнерами, стала подниматься проблема, насколько этот сервис, поставляемый вендором, конкурирует с набором сервисов, поставляемыми партнерами, да, Managed Security Service провайдерами по всему миру. Вот об этом я бы хотел с вами поговорить, поделиться своими соображениями, своим взглядом, возможно, услышать какие-то комментарии или вопросы. Ну, во-первых, вводный слайд, тут буквально одна секунда. Рынку сложно, все мы с этим сталкиваемся, лаборатория Касперского не исключение. Значит, как-то надо выходить из текущей ситуации с ростом количества атак и их сложностью, с усложнением инфраструктуры, с ростом количества систем, я бы сказал, даже доменов информационной безопасности, которые приходится внедрять. Вот, соответственно, ничего не остается делать, как оптимизировать процессы, нанимать людей, которых нет. Да, вот было сказано про 20 тысяч не хватающих нашей родине безопасников на главной сессии. Мне рассказывают, что вот в HeadHunter демонстрирует, значит, статистику, что там в целом на одну позицию приходится только две вакансии в ИБ. Причем понятно, что из них там больше половины какие-то спящие вакансии.
Соответственно, при том, что в целом по индустрии это там порядка 5-6. То есть очень жесткая ситуация. Вот. Ну и, в общем, ничего не остается делать в такой ситуации, как либо повышать уровень автоматизации путем внедрения средств, ну, как минимум, системы ERP, да, внедрение более эффективных SOC практик. Но об этом сегодня я с вами говорить не буду. Либо, соответственно, последнее, привлекать сервисные компании, как минимум, значит, для регулярного мониторинга, а также для помощи в ситуации серьезных инцидентов, эпидемий и так далее. Ну и вот, собственно, этот сервисы, да, связанные с вот этим, они так или иначе глобально разделяются на несколько, ну, как бы классов. Буквально одна минута про эти классы, потому что, я думаю, здесь нам надо быть с вами на одной волне. Во-первых, это партнеры, которые оказывают сервисы уровня MSP, Managed Service Provider. Да? Фактически все сводится к администрированию систем, в том числе и систем информационной безопасности. Второе, это так называемые MSSP. Да? Как правило, это Managed SOC. То есть этот класс партнеров вырос из Managed SOC. И последние, наверное, года три мы видим рост специфических сервисов, которые оказывают эти партнеры по проактивному поиску угроз в среде и активному реагированию на обнаруженные угрозы. Вот фактически лаборатория Касперского к вот этой вот последней истории шла много лет через разные сервисы. У нас был сервис когда-то Advanced Protection Service, не очень взлетал. Вот. Потом был сервис КМП, Касперский Managed Protection. Сейчас MDR, и MDR попер. Вот. И вот я считаю, что попер он в том числе благодаря тому, что при его реализации были имплементированы огромное количество MITRE как раз сценариев. Там не только они, там очень много наших собственных так называемых хантов, но все равно MITRE задала некоторую основу, некий базис для работы логики MDR-сервиса. И вот это как-то сработало. Сейчас это достаточно, достаточно быстро растущий кусок нашего бизнеса. Вот. И в России тоже уже десятки заказчиков. Соответственно, есть о чем здесь поговорить. Как сервис работает? Очень коротко. Все-таки приведу несколько слайдов на этот счет, потому что я допускаю, что большинство из вас об этом уже слышали, знают. Опять же, здесь пытаюсь не надевать кепку вендора, потому что подобным образом работают сервисы расширенного детекта угроз, ну, очень многих компаний, не только лаборатории Касперского. Как это работает в нашем случае? С компьютеров в сети предприятия, а также с удаленных компьютеров, да, собирается расширенный набор телеметрии. Это события файловой системы, информация о процессах, информация о сетевых каких-то событиях, это информация о системах, от систем безопасности, от нашего собственного антивируса и так далее. Телеметрии много, и эта вся телеметрия отправляется к нам в облако. Ну, кстати говоря, вот здесь хочу обратить ваше внимание на один интересный аспект вот этой истории. Наши заказчики, у которых уже был этот сервис на момент начала пандемии, начала карантина, осознали такую интересную вещь, что если человек работал дома, даже на своем компьютере, но при этом ему предоставлялась возможность установить туда продукт лаборатории Касперского с тем же ключом, что и у компании, он также попадал в видимость экспертов лаборатории Касперского. То есть они точно так же отслеживали происходящее на его компьютере и детектировали сложные угрозы. То есть с этой точки зрения было неважно, находится компьютер внутри сети, внутри периметра, или он находится где-то снаружи, неважно, как подсоединен, антивирусы есть, все. Работает в целом система защиты всей компании в этой части. Вот, это, ну, как бы первый такой, собственно, первая фаза, так скажем. Фаза номер два. Все это дело летит к нам в облако, и там, собственно, начинает работать ферма роботов, я бы так сказал, они это называют автоаналитиками. Это очень сложная математика, очень сложная, ее реально писали много лет. И, в общем, она использует, на самом деле, анализ на базе MITRE правил в первую очередь. Там порядка 600 правил, вот, и, соответственно, 600 хантов. Из них большая часть, наверное, я так понимаю, процентов 70, базируется на как раз историях из MITRE, но не все.
Вот. Соответственно, робот отрабатывает большую, подавляющую часть. Более 90% кейсов на самом деле создаются изначально на выходе, собственно, роботизированных систем. Более того, я могу сказать так, что там, вот, например, кепка вендора, извините, лаборатория выдерживает достаточно жесткий SLA, порядка часа с момента детекта до момента появления отчета об инциденте на портале. Вот. Вот мы наши СЛА не смогли бы выдерживать, если бы не было этого робота в его нынешнем состоянии. Постоянно работают люди над, так скажем, снижением стоимости обслуживания каждого обращения, над повышением эффективности вот этой вот фермы. Но это ключевая тут история. То есть, разумеется, аналитики есть. Их там порядка 25, если я не ошибаюсь, не так много на самом деле. Но они фактически рассматривают сложные кейсы и рассматривают то, что система относит, ну, грубо говоря, к серой зоне, когда не может определиться робот. Вот. Плюс, естественно, работают большое количество дополнительных детектов. Ферма-песочниц, внутренняя threat intelligence, threat intelligence по данной компании, идущая из облака, специфические правила, настроенные для данной конкретной компании, с учетом специфики этой компании, ну, скажем, взаимодействия между сетевыми сегментами, которого в базе быть не должно. Для других компаний, ну, то есть без понимания специфики этой компании такие вещи, такие правила построить невозможно. То есть работает очень много всякого, в результате сервис оказывается, в общем, эффективен. Судя по тому, что количество заказчиков растет, SLA выдерживается, жалоб нет. И, собственно, третья фаза работы этой истории, да, она заключается в следующем. На, собственно, некий портал в облаке загружается отчет об инциденте. Этот отчет становится доступным офицеру службы безопасности заказчика, который его изучает, смотрит на него и предпринимает какие-то усилия. Чем принципиально этот сервис отличается от сервиса мониторинга? Вот MDR, R — это про респонс. Да? У лаборатории и у всех подобных поставщиков сервисов, у которых есть агент, активный агент на конечной точке, есть возможность и применять какие-то респонсивные действия, как вы понимаете. Вот здесь перечислены там несколько, на самом деле их не так много. Их на самом деле мало, вот их количество постепенно растет. Вот. Но это get file, изоляция хоста, убийство процесса, их очень немного на самом деле. Вот. И вот если говорить про позицию там, того же Гартнера, например, да, который, ну, фактически определяет некие такие модные тренды, так скажем, на рынке eBay, и вот всячески как сказать, восхваляет компанию CrowdStrike, которая сейчас там с Microsoft считаются лидерами и, как бы это сказать, законодателями мод, да, вот в этой истории. Ну, в данном случае CrowdStrike. Вот в их случае у меня нет точной статистики, у меня есть там агентурные данные. Про нас я могу сказать, что редкий заказчик позволяет нам, значит, копаться в его инфраструктуре, реагируя на какие-то вещи. Такие ситуации есть. Но по умолчанию разрешать вендору что-то там такое делать готовы, ну, практически никто. Вот. При этом, когда начинается инцидент, конечно, возникает вот тут, это вот на самом деле верхняя стрелочка, она со стрелочками на двух концах. Есть возможность пообщаться с аналитиком, уточнить детали, атрибуты, как-то пообщаться, получить некоторую консалтинговую помощь и все-таки вместе с ним на что-то отреагировать, да, чтобы агентом, который нам что-то делает на компе, управляли на самом деле из нашего облака. Вот. Ну, то есть, вот примерно так эта история работает. Вот. На что я здесь хочу обратить, собственно, внимание. Ну, во-первых, надо сказать, что, ну, вот, как бы сказать так, у нас достаточно высокие затраты на всю эту историю. И наш сервис достаточно дорог. Да? Вот. Как-то вот в России нам удается, в общем, здесь держать некий паритет, потому что стоимость сервисов у других сервис-провайдеров, она тоже держится на достаточно высоком уровне, а вот где-то местами мы видим определенный демпинг, и нам прям приходится там в Европе сражаться иногда с нашими там силами, с партнерами, вот, на тему того, что, ну, мы не можем оказывать этот сервис себе в убыток. А довольно часто приходят и просят, чтобы вот как-то так. Вот, мы боремся за косты. Вот тут сидят мои коллеги, не дадут соврать, мы там тратим очень много усилий совместно с, значит, экспертной группой, чтобы они вот повышали автоматизацию, да, повышали степень сегрегации ролей, да, чтобы как-то все-таки эффективность была выше. Но это целая история. В этом смысле для вендора косты вот подобного сервиса – это проблема. Вообще говоря, не очень хорошо решаемая.
Наверное, поэтому CrowdStrike по-прежнему, насколько я знаю, показывает отрицательную доходность. Люди очень дороги, их мало. И затраты на фонд постоянно растут, вот, как бы то ни было. Вот, пункт номер два, что у меня там. Да, на самом деле вот этот вот отчет, который туда вот мы загружаем, он, знаете, тот еще отчет. То есть с ним, чтобы его понять и понять, как его применить, в общем-то, надо быть достаточно хорошим специалистом. Это не просто некий такой, значит, порядок действий, вот что дальше делать. Это описание инцидента. И чтобы вот этот отчет прочитать и правильно его применить, ну, в общем, это, знаете, вот требуется некая экспертиза. В этом смысле очень напрашивается здесь уже какой-то все-таки посредник между службой ИБ и, значит, вот вендором, который бы из этого отчета делал бы фактически задание на отработку. Вот, соответственно, у вендора, естественно, стандартные terms and conditions. Мы не можем здесь под заказчиков что-то менять. Они стандартные, как и стандартные SLA. То есть если вы попросите его снизить или добавить какие-то пункты, это будет целая огромная история. Ну, может, мы что-то и сможем сделать, но вы должны понимать, что вендор обслуживает тысячи компаний, и, соответственно, это будет стандартно. Вот. Данные хранятся у нас в облаке. Надо сказать, что в случае России используется Яндекс.Облако. Вот. В случае, кстати, других стран мы сейчас точно так же, там точно такие же ограничения, да, по пересечению, трансграничному пересечению данных, доступу к данным из-за границы и так далее. И там тоже фактически нам приходится это приземлять в местные облака и где-то нанимать местных людей, которые бы это обслуживали. Ну, в общем, вот эта проблема, тем не менее, есть. Где-то у вендора что-то, ну, не все счастливы по этому поводу, так скажем, даже если речь об уважаемом вендоре. Вот. Ну и фактически надо понимать, что это работает только если этот сервис, фактически агент этого сервиса, это агент, который имплементирован в наш продукт. Нет продукта, нет возможности этот сервис оказывать. Телеметрию брать нечему, реагировать нечему. Это особенности. И вот теперь давайте посмотрим на эту историю с точки зрения сильных сторон провайдера широкого спектра услуг информационной безопасности. Ну, я не буду сейчас называть, но вы имена коллег, в общем-то, знаете. У нас уже их не так мало. Вот, практически все они здесь, вот, даже в этом зале, наверное, есть. Вот, они оказывают на самом деле свои услуги реальным заказчикам. Да? И что я бы здесь хотел сказать? Во-первых, естественно, они могут себе позволить большую гибкость в определении уровней реагирования. И насколько я знаю, у некоторых из них вот этот параметр, да, средний параметр реакции, он лучше, чем у лаборатории Касперского. Вот нам есть над чем работать в этом смысле, но здесь вот эта гибкость позволяет им, вообще говоря, показывать, ну, более высокий уровень. Вот. Второе, собственно, как ни крутите, но мы фактически, область нашего зрения, да, ограничена конечной точкой в данном случае. Вот. А в то время как интегратор, который видит всю сеть, часть из этого развернул, лицензии предоставил, какими-то лицензиями вообще владеет, как МСП, и заказчику предоставляет их, собственно, так сказать, ну, как бы некую лицензию на их использование, да? Вот, причем, ну, там речь о сети, да, контроле трафика, вот, значит, системы аутентификации, LDAP, и вот это все, базы данных, да, вот все вот эти вот истории и все возможные сервисы вокруг этих историй мы оказывать не можем, а вот такой интегратор, в общем-то, он их, вот я, собственно, об этом уже сказал, может оказывать, и более того, в массе своей оказывает. Я говорю, вот мы сейчас провели МСП-саммит первый после пандемии, собрали реальных партнеров мировой, и я услышал очень много всякого интересного. Например, люди активно продают заказчикам сервис по управлению парольными политиками под ключ, сервис по управлению уязвимостями под ключ, не только детект, но и управление, да. Ну, там довольно много всякого. Мне казалось, что вот все это уже, ну, как-то размазано по общему скопу службы информационной безопасности. Нет. Вот то, что я сейчас вижу, они, наоборот, пытаются делать этот скоп более гранулярным, и чтобы иметь возможность выделять эти области как отдельные сервисы, передавать сервис-провайдерам. Вот я увидел эту тенденцию из общения там с живыми, ну, партнерами, так скажем, лаборатории. Вот. Быстро продолжаю дальше, скоро буду завершать. Соответственно, у них, как правило, у такого партнера есть комплексное представление об инфраструктуре заказчика. Еще раз говорю, что-то из того, что там стоит, он продавал или поддерживает.
Вот, естественно, вот о полном цикле. Ну, я так понимаю, что вот граница, да, между таким партнером, который близко, который вовлечен в массу процессов, и вендором, все равно она гораздо меньше, чем с вендором. И такому партнеру доверяют вовлекаться в расследование инцидентов, более того, поручают расследование и реакцию на часть сложных инцидентов. Вот. И, наверное, последняя история, все-таки работая с вендором, так или иначе вы работаете с системой, с порталом, с системой. Конечно, можно там определенный консалтинг у живого человека получать, но все равно это будет консультант, как правило, no name. А в случае партнером у вас есть обычно technical account manager, которого вы знаете в лицо, знаете его мобильный. У вас взаимоотношения строятся по линии peer-to-peer. И вот если вот это все осознать, вот эти сложности, ну, особенности, которые есть у вендорского сервиса, преимущества, которые есть у локального партнера, опять же, в случае России это не так чувствуется, но в случае, например, там, какой-нибудь Германии, еще и говорящего на одном языке и сидящего в той же земле, то есть говорящего на том же диалекте немецкого языка, да, разница большая. И в этом смысле, на мой взгляд, наиболее правильной моделью, и я думаю, что в будущем именно эта модель будет на самом деле основной для оказания подобных сервисов вендорами. Вот центром этой истории становится вот этот вот МССП. Именно этот МССП, отвечающий, знающий в деталях особенности инфраструктуры заказчика, именно он работает с порталом, на который мы выгружаем наши отчеты. Именно он взаимодействует с нашими аналитиками, если ему что-то непонятно или нужен совет. Более того, мы не видим большой проблемы, чтобы в случае этих подобных инцидентов через некий программный интерфейс информация непосредственно сразу шла в ERP этого МССП. И чтобы он отвечал на эту историю уже сам, в общем, исходя из своих ресурсов. Последний слайд. Вот два любимых моих человека, оба мои учителя по жизни, вот, Володя Дрюков и Сергей Солдатов, и цитата товарища Канта. Можно выбрать сервис от вендора, можно взять много сервисов от сервис-провайдера, можно взять и то, и другое, и научиться эффективно их использовать. Каждому из нас, из вас, надо просто понять, без чего из этого можно обойтись, без чего обходиться сложно, и сделать правильный выбор. На мой взгляд, эти ребята в данном случае не конкуренты, а союзники, для того, чтобы обеспечить вам более высокую степень защиты, в первую очередь, от сложных и таргетированных атак, ну и вообще немножечко облегчить вашу жизнь. Спасибо большое. Спасибо большое, Вениамин. Очень интересный доклад и вывод, собственно, которого я ожидал, потому что действительно MDR — это удобный инструмент для того, чтобы сервис-провайдеру усилить свои возможности по детектированию и реагированию. Меня зовут Ваган Маркосян, я руководитель отдела поддержки и развития Bizon SOC. Сегодня я расскажу вам чуть-чуть про нашу инфраструктуру, надеюсь, интересные для вас вещи, что мы используем, с какими проблемами сталкивались и какие решения применяли. Ну, давайте начнем с размеров, вообще, насколько большая наша инфраструктура. Да? У нас есть 4 типовых сайта, суммарно они обрабатывают больше 100 тысяч событий в секунду EPS, в CM-ке нашей крутится более чем 1000 правил, и все это великолепие развернуто на более чем 130 виртуальных машинах. Поговорим про то, что вообще в рамках доклада я буду подразумевать под инфраструктурой. Мы будем говорить про сетевой транспорт, расскажу про log management, то есть операции над событиями, ну, про CM как ядро нашего сока, систему мониторинга, оркестрации и про портальные решения. Начнем с последних. У нас есть 3 портала. Это SOC-портал, который видит наш клиент, это личный кабинет клиента, это наш собственный ARP и use case портал, это внутренний наш портальчик, в котором конфигурируется оркестратор и еще определенные данные там хранятся. Типовая архитектура сайта. Собственно, наши компоненты развернуты как в нашем ЦОДе, так они часть из компонентов может деплоиться у заказчика, у клиента нашего. То, что в ЦОДе, можно логично разделить на 2 большие группы. Это deployment CM,
Мы не стесняемся говорить о том, что у нас Curadar, мы используем Curadar, и кластер Kubernetes, в котором крутятся наши порталы, и еще прикольные штучки типа Prometheus, GitLab, в котором мы запускаем плейбуки Ansible, Task и все такое прочее. Вот. В зависимости от потребностей клиента, с его стороны может деплоиться тот или иной компонент CEM, ну, самое популярное — это Event Collector, и Event Broker. Event Broker к Curadar никакого отношения не имеет. Это наш вспомогательный компонент, про который я чуть позже расскажу подробнее. Давайте начнем, да, с CEM. В общем, хочется сказать, какие вообще требования к CEM мы представляем. Наши требования могут отличаться от требования in-house SOC, поскольку мы все-таки MSSP SOC, и есть определенная специфика. Так, начнем. Для нас очень важно мультитенанси, ну или мультидоменности, поскольку мы обрабатываем в каждом CM события там, больше, чем 10-20 клиентов, то, естественно, мы должны иметь возможность делить их правильно, то есть не перемешивать сработки, события, активы и так далее. Ну, думаю, все понятно, чтобы каждого клиента обслуживать отдельно, предоставлять ему сервис. Для нас очень важно, чтобы было гибкий, хороший API, поскольку наш CM интегрируется с теми же порталами, с системой мониторинга, с оркестратором и так далее. Нам важна распределенная инсталляция по причине, которую я уже называл, потому что ну, невозможно все деплоить только у себя или деплоить полностью инсталляцию CM у каждого клиента, ну, вы просто умрете это все администрировать. И нам важно понятное лицензирование. Понятное лицензирование, ну, поскольку стоимость нашей услуги складывается из стоимости лицензии на CM в том числе, то хочется какую-то метрику, которую можно просто измерить, показать заказчику. И такой метрикой является Events per Second, то есть EPS, по которой лицензируется Curadar. Собственно, для нас это довольно удобно. Вот. Ну и гибкость обработки событий, потому что, опять же, много клиентов, разные особенности инфраструктуры, логов событий каждого клиента. Ну, собственно, от этого такое требование. Давайте поговорим про транспорт. Собственно, как вообще к клиенту добраться, да, как с ним организовать сетевое взаимодействие. Ну, мы начинали с построения IPsec туннелей. Наверное, это очень популярно, да, и многие из вас пользуются этой технологией. Она имеет ряд плюсов существенных. Самое главное — это то, что про IPsec знают приблизительно все. То есть любой фаервол, там, open-source даже, он из коробки IPsec поддерживает. Ну и он довольно гибкий. Да, в IPsec можно там по-разному играться, по-разному настраивать. Вот. Но также есть ряд минусов. Самый главный минус в том, что любые изменения нужно делать синхронно. То есть мы со своей стороны делаем изменения туннеля, клиент со своей стороны. Соответственно, при первичной установке IPsec туннеля мы должны с клиентом сначала согласовать много параметров, там алгоритмы хеширования, шифрования, тайм-аута и так далее. Это полбеды. Мы установили IPsec туннель, все, битики бегают, трафик гоняется. Теперь, если, не дай бог, нужно его изменить, то это нужно с каждым клиентом согласовать работы, привлечь его специалиста синхронно с даунтаймом, провести реконфигурацию туннеля, убедиться, что на новой конфигурации все работает. Вот. Ну, это очень неудобно, и нам было очень больно от этого. Ну, и также мы должны были в штате иметь сетевика, который это все администрирует коробочку, которая с нашей стороны строит IPsec туннели. Ну, в общем, так, довольно неприятно. Собственно, как мы уходили от IPsec? Мы искали
решение, которое может нас от этих всех проблем избавить. И нашли, на самом деле, очень, очень близко в лице нашего Secure SD-WAN. Это не реклама, мы, честное слово, используем Secure SD-WAN в новых подключениях, и нам он очень нравится. Потому что, ну, самое главное, он избавляет нас от необходимости в случае там, малейшего чиха оповещать клиента, говорить, что там какие-то работы будут и так далее. То есть мы все конфигурируем из единой точки, мы клиента привлекаем только один раз, это скидываем ему конфиг и ключики, и чтобы он по инструкции настроил endpoint, свой туннель поднимается, все, дальше мы его администрировать можем сами, клиента оповещать только о даунтаймах, и никаких привлечений там специалистов с его стороны не требуется. Это очень удобно. Ну вот приблизительно так все это выглядит, только без черных квадратов. Это я замазал. Все. Ну все просто, drag and drop, там нажал кнопочку, все там, загрузилось, выгрузилось и так далее. Давайте теперь большую тему такую затронем. Log management. Вообще управление событиями. Мы для себя сформулировали 5 важных тезисов, которыми, собственно, следуем. У нас своя модель данных, то есть все поля называются так, как нам удобно, так, как мы хотим. Мы собираем события, первичная точка сбора событий — это не CM, это как раз event broker, про который я говорил ранее, сейчас про него еще подробнее буду рассказывать. Мы, поскольку MSSP SOC, для нас критически важно быть супергибкими. И в этом нет предела, вот чем гибче, тем лучше. И касательно лог-менеджмента это прям очень важно. Мы экономим EPS, то есть мы пропагандируем подход экономии EPS, чтобы сделать нашу услугу ну, просто дешевле для клиента. Да? Нам за там, условно один и тот же объем EPS лучше подключить много клиентов и оказать им качественный сервис, чем подключить одного клиента, и половина событий будет просто вообще никому не нужна, никакая аналитика не будет на них работать. Но и очень важный факт — это контроль поступления событий. Это на самом деле такой бич соков, потому что очень сложно держать в актуальном состоянии тот перечень источников и событий, которые к тебе поступают. За этим очень важно следить, потому что от этого напрямую зависит вообще качество детекта, который ваш сок может предоставлять. Модель данных. Ну, для тех, кто впервые сталкивается с этим термином, в общем, в чем суть? События, рассмотрим простейшее событие старта TCP-сессии. Вот мы получили событие, да, от каждого вендора в поле, которое обозначает адрес, IP-адрес источника, оно будет называться по-разному. Там Checkpoint Palo Alto, это там SRC, FortiGate, SRC IP, там кто-то пишет Source IP. Это неудобно, вы не сможете эффективно работать, писать правила корреляции, если все если события будут, в событиях поля будут названы по-разному. Собственно, у нас придумана своя модель и разработан процесс нормализации событий, после которого все вот эти поля, они складывают в наше поле единое, которое называется, ну вот в случае четвертой версии протокола, NetSRC IPv4. И так для, ну практически для всех полей. То есть модель, она очень, очень большая, там больше, ну, больше сотни полей точно. Ну вот приблизительно так это выглядит. Это use case портал, про который я упоминал ранее. Он для внутреннего использования, то есть да, там некрасивый такой интерфейс, но все удобно. Там наши аналитики, инженеры, они просто жмут кнопочки, добавляют, там, правят и так далее. Вот. Типизация событий. После того, как мы отнормализовали все события и поля в них теперь называются одинаково, мы можем с помощью этого механизма мы можем промаркировать события и сказать, что за это событие. Да? Это событие старта процесса, или это событие там, старта TCP-сессии, это, или это событие там, удаления какого-то файла. Соответственно, почему это важно вообще маркировать и классифицировать события? Потому что мы тогда можем ответить на очень насущный
и очень важный с точки зрения бизнеса вопрос от клиента. Вот клиент приходит к нам и говорит: скажите, какие use cases, какие правила корреляции работают у меня в данный момент вот с теми логами, которые я в данный момент вам присылаю. Вот это можно сделать только если вы типизируете события. Никак иначе, к сожалению, во всяком случае, нам другой способ неизвестен. Поэтому мы тоже большую работу проводим по типизации событий, ну и тут некоторые из них далеко не все. Сбор данных, ну, сбор событий до CM. Собственно, у нас есть как раз event-брокер, да, брокер событий, который вообще почему мы придумали его деплоить? Потому что хоть Курадар и довольно гибкий CM, да, из энтерпрайзных, все же на определенном этапе зрелости нашего сока нам даже этой гибкости уже недостаточно. И по факту мы деплоим перед сбором событий в CM еще один компонент, который полностью на open source, где мы можем делать, что хотим. Ну, то есть мы избавляемся от вендор-лока. Нас там теперь больше не волнует, там, поддерживает эту функцию Курадар, или может он так фильтровать события, или вот так фильтровать события. Мы туда устанавливаем то ПО, которое это может делать, и просто учимся его правильно конфигурировать. Вот. Соответственно, это вот ту самую максимальную гибкость, да, которую мы хотим, которая нам критически важна, она достигается. Ну и плюс в некоторых случаях мы можем экономить ресурсы на деплой компонентов CM тяжеловесных и меняя их на просто брокер событий. Вот. Чуть подробнее про него. Собственно, это машинка на Linux, там CentOS или, например, Ubuntu, на которой в докере крутится определенное количество сервисов. Ну, как минимум, это Logshipper, это сервер мониторинга, мы любим Prometheus, это NoSQL хранилка, например, Redis, и брокер очередей, там, тот же RabbitMQ. Ну, в зависимости от того, какие наш клиент хочет подключать источники, могут сервисы добавляться или там, их быть чуть меньше, например. Оптимизация EPS, вот та самая экономия, да? Как мы, собственно, их экономим? У нас есть четыре основных, да, класса, где мы можем количество EPS снизить без снижения качества. Ну, первое, это самое простое, это фильтрация заведомо бесполезных событий. Ну, например, такое событие об окончании TCP-сессии. Ну, если у вас уже есть событие о старте TCP-сессии, событие окончания ее, оно, ну, практически никогда вообще вам не нужно. Но оно занимает 50% как бы трафика. То есть на одну сессию вы получаете два события, открытие и закрытие ее. Вы можете дропнуть логи закрытия сессии, и вы 50% от общего объема сэкономите. Вот. Очень хорошо сжимает трафик. Потом мы агрегируем события. Ну, классический пример — это Linux Audit. Там на старт одного процесса генерируется 5-6 событий, они все летят в CM. Если их сагрегировать на том же брокере, это умеет любой современный Logshipper. Там нет никакой фантастики, просто нужно залить нужный конфиг, то вы очень хорошо сэкономите. То есть вы в Linux Audit на старте процесса будете получать не 5-6 событий, будете получать одно событие. Ну да, оно будет такое немножко большое, но зато лицензия будет считаться, да, как за одно событие в секунду. Дедупликация событий фаерволов, но тут классика. Там хост А открыл 100 TCP-соединений на хост Б за 10 секунд. Как вместо 100 сообщений, которые посылает нам фаервол, да, на каждую сессию, мы их дедуплицируем, мы посылаем первое, все остальные мы дропаем, поскольку особо смысла в них, опять же, никакого нет. Там и разница только в порту источника, ну, это несущественно для аналитики, это никак не нужно. Ну и самое, я считаю, крутое, это фильтрация запросов DNS и HTTP трафика на популярные ресурсы. И также тут не указано, но также на внутренние ресурсы заказчиков. Очень много
логов про то, что пользователь отрезолвил Яндекс.ру. Поверьте, это не нужно вам. То есть, и также то, что он перешел на главную страницу Яндекса, это тоже не нужно для аналитики. Но то есть это те самые 80% информации, которая, ну, 70%, которая, в принципе, ну, для аналитики бесполезна. Вот, вы можете ее отбросить, оставить остальные 30%, и вот там уже искать что-то интересное, да, там обращение на CNC и так далее и тому подобное. Так, про все я рассказал. Да, про все. Давайте дальше. Контроль поступления событий. В общем, как мы к этому подходим? Я предлагаю задать каждому себе вопрос, как и где это логично отслеживать. Ну, некоторым из вас может показаться, что логично это делать в CIEM. Ну, потому что все события приходят в CIEM, CIEM события обрабатывает. Ну, логично, что в ней мы будем следить за тем, а поступают ли события или нет. Как бы да, но по факту получается, что нет. Почему? Потому что CIEM, она, это не специфичная функция для CIEM. CIEM все-таки она коррелирует события, там, парсинг и так далее, обработка, нормализация, активы. А вот показывает, как показывает практика, функционал вот именно мониторинга того, что события поступали с источника или с актива, и потом это, этот поток прекратился, вот этот функционал, он есть, но он крайне скудный. Поэтому если вы хотите делать что-то действительно качественное, приходится этот функционал выносить наружу. Вот, как я говорил, мы используем Prometheus для мониторинга, и, собственно, мы, что мы сделали? Мы написали Prometheus Exporter, все библиотеки open source, там все доступно, который просто раз там в период времени через AQL, query, AQL это язык запросов Курадара, обращается к API Курадара, выгружает статистику за этот интервал времени, ну, например, там за 5 минут, и складывает… Одна минута осталась. Ага, так, я понял, ускоряемся. И складывает это все в пром, но дальше там работают алерты, и это все выводится в графану для дежурных аналитиков. Вот приблизительно так это выглядит. Вот так это выглядит в личном кабинете клиента. Данные берутся из одной точки, то есть то, что видит клиент, это ровно то же самое, что и видим мы. Вот. Ну и оркестрация тут супербыстро. В общем, Вы, надеюсь, могли понять, что у нас очень большая инфраструктура, много всего, много компонентов. Ну, естественно, да, как бы руками это не админится. Нужно, вам нужны какие-то инструменты, чтобы автоматизировать, все оркестрировать и так далее и тому подобное. Поэтому мы сделали много чего всего. Но вот самый такой яркий пример, как мы автоматизировали деплой брокера событий, конфигурации. То есть мы написали на каждый тип источника темплейт на языке Jinja, который Ansible поддерживает. Мы написали роли и плейбуки для Ansible. И при подключении нового клиента все, что нам нужно, это создать YAML-файлик с клиент-специфичной информацией, в которой те или иные метрики каждого клиента, уникальные для него, будут собираться. И после чего при пуше в мастер запускается та роль Ansible, которая из этого всего генерит конкретный набор конфигураций для именно этого клиента, именно этого брокера событий и пушит на брокер событий. Собственно, мы отвечаем на вопрос, который написан на слайде, что более чем это возможно. Вот. Ну вот так это все выглядит. Слева ямлик, справа кусочек темплейта и вот такие планы на будущее, не буду их пересказывать, но, в общем, самое главное, что мы хотим перейти на собственный корреляционный движок, ну, а остальное будет доступно вам в пошаренной презентации. Спасибо. Богдан, большое спасибо. Очень технически интересный доклад. Приветствую еще раз. Меня зовут Илья Сачи, компания Tiger Optics. Мы являемся дистрибьютором Anomaly. Anomaly — это поставщик одной из крупнейших платформ киберразведки. Чтобы такой небольшой интерактив в самом начале сделать, поднимите, пожалуйста, руку те, у кого есть уже платформа киберразведки. Человек 5. А кто, давайте такой вопрос, кто планирует ее приобрести в ближайшие 1-2 года? Хорошо, 2 человека. Ну, все остальные могут уходить. Тем, кому эта тема интересна,
безусловно, вы получите пользу. Те, кто об этом не задумывается, может быть, вы не планируете, даже не думали об этом. Я думаю, что моя презентация поможет вам задуматься, не стоит ли внедрить платформу. Сначала я расскажу пару слов о компании Anomaly и о тех продуктах, которые она производит. Значит, компания существует уже 8 лет, и на самом деле мало кто знает, что компания была основана выходцами из ArcSide. То есть те самые люди, которые основали в свое время ArcSide, они посмотрели на свое детище, на ArcSide, и поняли, что они сделали отличную систему в то время, которая накапливала в себя информацию о состоянии организации, о компании, то есть логи и так далее, и так далее. Но не было системы, которая бы делала то же самое для внешней информации, то есть для информации об угрозах, о всем том, что происходит за нашим периметром, злоумышленники, их индикаторы, их способы работы и так далее, и так далее. Вот они решили создать платформу киберразведки, как это называется, Threat Intelligence Platform, чтобы накапливать эту информацию. И действительно, в самом начале тип софт этот, он использовался только, чтобы накопить индикаторы, IP-адресы, урлы, хосты и так далее. Но, естественно, со временем глубина функций и их широта, она повысилась, и платформа киберразведки на сегодня используется не только для накопления, но и для активного использования внутри компании, фактически во всех аспектах работы компании киберразведки. Значит, у Anomaly, безусловно, есть внедрение по всему миру. Здесь вот несколько заказчиков. Конечно же, это в первую очередь финансовые учреждения, банки. Мы также видим IT-компании, разработчики софта. Это те, кто в первую очередь интересуется такими продуктами. Есть внедрение в России. Также есть технологические партнеры в России, Касперский и группа IB. Ну и инвесторы тоже солидные компании. Кроме того, интересно вам, может быть, узнать то, что у Anomaly есть крупнейшая сеть ханипотов в мире. Эти ханипоты — это бесплатные инструменты open-source, которые вы тоже можете пойти вот по этой ссылочке скачать, установить. Вы для себя получите интересный источник киберразведки, кто в интернете ломает вас, сканирует и так далее, и так далее. И ваш ханипот, который вы можете установить у себя в сети, в корпоративной сети, он также будет являться частью глобальной сети ханипотов, и, соответственно, эта информация агрегируется, собирается, визуализируется и предоставляется, опять-таки, всем желающим, как клиентам Anomaly, так и нет, в виде бесплатных фидов киберразведки. Теперь переходим к платным продуктам и как от них можно получить экономическую пользу. Значит, платформа Anomaly состоит из трех продуктов. Во-первых, это ThreatStream TIP, то есть та самая платформа киберразведки, которая позволяет накапливать различные данные об угрозах и затем с ними работать. Match XDR — это, по сути, платформа для анализа событий и сопоставления их с накопленной киберразведкой. И Lens, или линза по-русски, — это интересный инструмент, который на самом деле лучше показать, я там на паре слайдах продемонстрирую его. Значит, TIP — работа с киберразведкой. Тут важно знать, по сути, только три вещи. Во-первых, мы собираем киберразведку фактически из любого источника. Затем мы ей управляем, используем ее внутри платформы различными способами. И тут мне очень сложно там привести какие-то конкретные примеры, потому что у каждой компании процессы свои. Кто-то просто на нее смотрит, кто-то ее обогащает, кто-то реально использует в расследовании инцидентов, которые уже случились. Кто-то киберразведку использует, чтобы отслеживать, анализировать злоумышленников еще до того, как эти злоумышленники пришли в компанию. Ну и третий аспект — это интеграция с существующими средствами защиты, с фаерволами, с ВАФами, с EDR-ами и так далее, фактически с любыми системами. Вот эти вот три таких больших блока работы с киберразведкой Anomaly позволяет автоматизировать. Источники информации, как я уже сказал, Касперский, группа IB обязательно, также другие лидеры отрасли, которые представлены на экране, и плюс можно подключить любой источник, в том числе можно импортировать, например, то, что, например, ЦБ отправляет и так далее. Второй продукт — это Match XDR. Это штука, молотилка, как ее можно по-простому сказать, которая, с одной стороны, она в себя всасывает всю киберразведку, которая у вас накопилась в платформе, и с другой стороны, она на себя забирает все, что у вас есть в CIEM, все, что у вас есть, допустим,
сетевой трафик, хостовые события и находит сочетание, то есть позволяет находить инциденты, упущенные какие-то срабатывания. И все это можно делать на больших временных отрезках. То есть 5 лет — это, скажем так, по умолчанию, может до 10 лет расширить. Зачем это может быть нужно? Ну, представьте, 2 года назад произошла атака, о которой никто еще не знает, и вы были жертвой ее. Завтра, например, Касперский выпустит индикаторы этой атаки, которая была 2 года назад, но атака еще может быть активна в вашей инфраструктуре. Все эти 2 года и сейчас, и через месяц она может быть там скачивает данные или просто присутствует какая-то закладка в вашей сети, и неплохо бы узнать, а были ли вы жертвой этой нацеленной атаки 2 года назад. Соответственно, Anomaly Match позволяет это очень эффективно сделать. В отличие от CM-системы, она все те логи, которые она получает, не обогащает, не расширяет их, и, соответственно, вот тех проблем, которые предыдущий докладчик рассказывал, не существует, то, что нам нужно сокращать какой-то сбор. В Anomaly Match уже такая оптимизированная модель данных, которая содержит только ровно то, что ей нужно, чтобы понять, были ли вы жертвой определенной атаки в какой-то момент времени. И плюс мы можем это искать не просто по IP-адресам, что достаточно абстрактно, мы можем сказать, атаковал ли меня, например, там определенная группировка, или был ли я жертвой определенной злоумышленной компании, или, может быть, там ко мне приходили злоумышленники, которые использовали ту или иную уязвимость. Соответственно, вы можете искать по контексту и вот по этим всем описаниям, а не по IP-адресам. Ну и та самая линза, которую лучше увидеть, чем о ней словами рассказывать. По сути, это плагин для браузера, также для Microsoft Outlook, Word и Excel, который позволяет из веб-страничек, из документов подсвечивать и вытаскивать различные индикаторы, указания на название злоумышленных группировок, на урлы и так далее, так далее. Все, что связано с угрозами, Anomaly Lens это подсвечивает. Вы можете навести мышью на подсвеченный индикатор или технику, или IP-адрес, прочитать все, что есть, все, что известно. Вы также сразу можете посмотреть, а есть ли эта штука в вашей среде на основе интеграции с Anomaly Lens. И затем, если что-то вас заинтересовало, вы можете быстро импортировать это в платформу, проследовать, просто сохранить и распространить, может быть, на фаерволы. Такая штука, которая позволяет очень быстро анализировать отчеты, документы и так далее, анализирует их, обрабатывает на естественном языке. Ну, если так подытожить, по Anomaly, что из себя представляет? Это платформа, которая позволяет вам использовать киберразведку, причем переходить от тактики, от блокирования IP-адресов, мы понимаем, что большинство заказчиков именно с этого начинает, к более стратегическому использованию платформы киберразведки, внедрения в различные процессы компании, а не просто вот такие вот базовые вещи, как заблокировать на периметре. И с этим переходим к основной теме доклада, это экономическая польза внедрения киберразведки. Значит, сразу скажу, что сейчас будут цифры и будут также предположения. Но эти предположения и цифры взяты не с потолка, они взяты из исследования компании ESG. Это достаточно солидная компания, так скажем. Может быть, слышали, даже, думаю, читали отчеты среди клиентов этой компании Cisco, Microsoft, Google и так далее. То есть это признанная в отрасли компания и, соответственно, источники информации, которые она использует, они тоже достаточно понятны. С одной стороны, это, естественно, материалы Anomaly, то есть описание продуктов, прайс-листы и так далее. С другой стороны, это общедоступная информация о стоимости иных продуктов, альтернатив, экономические модели, как посчитать ROI и так далее, так далее. Ну и с третьей стороны, когда Anomaly, соответственно, заказала это исследование у ESG, они также предоставили несколько референсов, несколько заказчиков, с которыми ESG провел собеседование, интервью, обсудил с ними, как они используют систему, какую они пользу получают, в чем экономия, там, в чем плюсы, в чем минусы и так далее. И на основании вот этого объема информации ESG выпустил отчет. Этот отчет свободно доступен, можно пойти по ссылке скачать его. Если кто-то не хочет там вводить свой email и так далее, можете подойти, я просто перешлю его, PDF-файл. И, соответственно, значит, на основании вот этого анализа ESG смоделировал типичную организацию.
В типичной организации для данного отчета работает 1500 сотрудников, 20% из них в IT, 2% сотрудников в ИБ, то есть это 30 человек. Из них треть, то есть 10 человек, работает с киберразведкой. Причем они различных уровней опыта, некоторые из них более опытные, некоторые из них менее опытные. И это важно, потому что в том числе одна из польз аномалии в том, что она позволяет даже менее опытным коллегам пользоваться и быстро встраиваться в процессы киберразведки, а более опытным она позволяет меньше выгорать за счет того, что не нужно делать какие-то нудные рутинные операции. И, соответственно, модель ESG рассчитала на 3 года. Здесь учитывалась установка, стоимость лицензии, внедрение, обучение сотрудников и ежегодные затраты на эксплуатацию, в том числе там, аппаратное обеспечение, обслуживание и так далее. Значит, такой большой слайд с большим количеством текста, но его суть заключается в том, что, во-первых, было оценено влияние аномалии на организацию в целом. Да, пока без цифр, но в целом какие аспекты компании аномалии затрагивает. Значит, во-первых, это снижение расходов на текущие процессы за счет того, что аналитики работают более эффективно, софт включает в себя уже определенные модули, которые там бесплатные, значит, не нужно их покупать еще раз. Например, те же самые премиальные фиды, песочницы и так далее. И, соответственно, не нужно все это настраивать и закупать. Повышение эффективности и снижение рисков для безопасности за счет того, что платформа, соответственно, автоматизирует. Это не просто, опять же, инструмент, который накапливает данные. Аномалия позволяет строить процесс аналитика киберразведки. И третий аспект – это повышение удовлетворенности и производительности текущих процессов, удовлетворенности сотрудников. То, что я уже упомянул, те аналитики, которые более опытные, которые, может быть, наскучили какие-то ручные операции, аномалии все эти операции автоматизировала. Да? Им теперь не нужно вручную расследовать каждый индикатор, заходить на 50 сайтов, на Virus Total и так далее, смотреть, что он означает. Это можно сделать один раз, и даже это делает аномалия автоматически. Соответственно, вот эти три таких основных блока влияния, которую ESG исследовал. Вот она модель. Соответственно, мы здесь видим, что красным цветом это затраты, $1 миллион на платформу на 3 года. И тут сразу стоит сказать, что цены, конечно, немножко заоблачные. Я знаю, что у нас для схожего заказчика в России платформа стоила раза в 2 дороже, если не больше. Поэтому но цена хорошая. И мы видим, что даже с такой ценой, которая, я думаю, что моделировалась американская компания, они традиционно скидки не просят. Вот, даже с такой ценой, без особых скидок, эта компания увидела пользу. Значит, первый большой блок пользы – это в том, что аномалия принесла преимущества, которые выразились, опять же, в повышении эффективности работы, снижении сдержек на средства защиты, на которые уже не нужно покупать. Такой достаточно тоже заметный объем. Второй – это предотвращение атак. Да, за счет того, что мы получаем новый инструмент безопасности, у нас наша безопасность повышается. Поэтому некоторые угрозы, которые без аномалии, может быть, пропустили, в данном случае они блокируются. И, соответственно, общая экономия за 3 года, она составила порядка $1 миллиона. Сейчас на следующем слайде, но вот здесь тоже видно. Да, то есть экономия $969 тысяч, возврат инвестиций 233%. И еще и эффективность сотрудников повысилась на 58%. Значит, разбор этих данных. Что все эти цифры такие интересные означают? Значит, здесь вот я привел такую табличку. Опять же, вот эти три категории. Значит, во-первых, стоимость владения решением, подписка, установка, обучение и так далее, так далее. На 3 года сразу. Дальше идет большой блок польза от внедрения, от владения, то есть те продукты, которые туда включены, избежание обработки ложных срабатываний, повышение производительности. Здесь у нас порядка $1,5 миллиона для вот этой смоделированной организации. И третий аспект – это предотвращение риска, то есть те атаки, которые без аномалии мы бы пропустили или, может быть, обнаружили, но уже слишком поздно. С аномалией они были предотвращены
в самом начале. Соответственно, просто просуммировав, мы получаем вот эту вот прибыльность, вот этот ROI и повышение эффективности людей. Опять же, в целях презентации тут все на достаточно таком высоком уровне, без деталей. В докладе там более все это детально, и насколько я помню, есть даже исходные данные, то есть Excel-таблички, где еще более детально это все прописано, так что можете посмотреть. Вот в чем, соответственно, польза аномалий. До доклада я разговаривал с одним из заказчиков наших, который уже аномалии использует пару лет, и он обрадовался, попросил доклад ему прислать, потому что он теперь может не только безопасность аномалий повышать, но еще и деньги зарабатывать. Поэтому, да, тоже полезная штука. У меня все. Напомню, что доклад можно скачать по этой ссылке, или если хотите, просто подходите, я поделюсь PDF-файликом. Спасибо. Спасибо. Вопросы я жду? Да, Илья, большое спасибо за доклад. Все-таки вот если говорить о том, что TI-платформы — это нечто о самых низких уровнях модели боли, вот это, то есть о ИОКах, то экономическая обоснованность внедрения подобного рода инструментов, она все-таки обоснована, когда у нас верхушка уже закрыта, и закрыто там ТДП, написано хорошо правила детектирования, и уже после этого она выдает какой-то ROI. Или ее можно сразу внедрять, условно, даже при низких уровнях зрелости сока? Да, вот это очень хороший вопрос, и это очень распространенное заблуждение, то, что платформа — это только о нижних уровнях и о том, что просто, да, хэши и так далее. На самом деле правильная платформа киберразведки, аномалии — это правильная платформа. Как я уже показывал, она вам позволяет перейти вот с этой тактики, с этих индикаторов, которые там 5 минут, и они больше не используются, и потом может только разбирать инцидент. Она позволяет вам перейти от вот таких вот низкоуровневых индикаторов к стратегическим индикаторам, к описанию злоумышленников, их тактик, техник, пониманию того, от чего, от каких TTP вы защищены, от каких нет. И если к вам кто-то приходит, значит, нужно на это обращать внимание, а вот на то не надо, потому что у вас там все хорошо. И, соответственно, платформа также о том, как отчитываться перед руководством, как распространять информацию внутри компании, отчеты, высокоуровневый какой-то стратегический анализ. И о том, как взять эту киберразведку и не просто ее применить, там, когда инцидент уже случился, а как ее использовать прямо сейчас, когда инцидент, может быть, совершается, или еще до того, как он совершился, опять же, на основе понимания, что вы можете по Майтре, от чего можете защититься или хотя бы детектировать, а что не можете. Поэтому, безусловно, я бы не стал рекомендовать платформу киберразведки свечному заводику в Самаре где-нибудь. Но современные компании, которые работают с интернетом, большинство, наверное, присутствующих здесь связаны так или иначе с интернет-бизнесом, особенно B2C, я думаю, стоит по крайней мере рассмотреть, по крайней мере посмотреть, что это, потрогать, может быть, посмотреть демонстрацию, посчитать, а может ли это быть полезно на практике, а не просто вот такая еще одна интересная штучка. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Рад приветствовать всех на сегодняшнем мероприятии. Еще раз представлюсь, меня зовут Антон Тихонов. Работаю в группе компании Mond, эксклюзивный дистрибьютор компании McAfee Enterprise. И вам расскажу сегодня немножко о тех тенденциях, да, нашей повседневной жизни, которые есть, собственно, у нас у всех за пределами этого мероприятия, за пределами нашей работы. О тех тенденциях, которые я сегодня воочию видел в транспорте, заглядывая в экраны мобильных устройств моих соседей по стоящему в пробке автобусу. Да, те тенденции, которые видит компания McAfee Enterprise как вендор, глобальный вендор информационной безопасности, в принципе, они, ну, тенденциозны, скажем так. Так меня лучше слышно, да, я надеюсь? Все мы, с вами здесь находящиеся, или все мы путешествующие в метро, в самолете, в автомобиле, в автобусе, как я сегодня утром несколько часов ехал. Нам всем очень важно получать наши данные, с которыми мы взаимодействуем, здесь и сейчас. И желательно, чтобы они были максимально к нам близки. Это что значит? Это значит, что наш трафик, который путешествует по сети интернет, не ходил петлями куда-то там к нашему работодателю, а ходил сразу непосредственно к нашим данным, с которыми мы взаимодействуем. Потому что те экраны, которые я сегодня видел, по большому счету показали мне, что через одного, ну там были всякие видюшечки, там инстаграмчики, фейсбукчики, это как положено,
Очень много людей, стоящих в пробке, отвечают на деловую переписку. Очень много людей обрабатывают данные, какие-то пишут документы и так далее. То есть очень важно, чтобы наши данные были максимально доступны, скорость доступа была максимально высокой. Ну и, естественно, наши мобильные устройства, наши любимые девайсы, которые у кого-то два, у кого-то три, у кого-то один, неважно, они есть у всех, чтобы они тоже были максимально доступны, чтобы к ним был для них был максимально доступен режим обработки наших документов, нашей информации, нашей электронной почты. При этом мы четко должны осознавать, неважно, чем мы сейчас занимаемся, едем мы где-то, идем мы где-то, наши данные, которые мы обрабатываем, должны быть в максимальной безопасности. Это говорит о чем? Это говорит о том, что периметр, да, уже много про это говорят, он находится внутри нашей компании, он находится в нашем телефоне, неважно где. Периметр там, где наши данные, и мы должны эти данные защищать. При этом мы, как сотрудники информационной безопасности, специалисты информационной безопасности, специалисты информационных технологий, здесь это, в общем-то, не принципиально, мы должны четко понимать, что раз наш бизнес хочет получить высокую доступность тех сервисов, тех приложений, которые он выводит на рынок, мы, как те, кто обеспечивает этот бизнес информационной безопасностью, организует определенные процессы, должны понять, как просто и удобно дать пользователям этот доступ. Самое главное, чтобы он был безопасен, раз, и желательно, чтобы он был нам тоже удобен. Если мы говорим о облачных приложениях, которые используют наши заказчики, конкретно заказчики предприятия, бизнес, то мы сами тоже должны быть в состоянии находиться там. То есть наши средства безопасности должны быть там, где наши данные. Если наши данные в облаке, на средства безопасности также должны находиться желательно там. Здесь есть свои нюансы, естественно, и мы о них сегодня как раз на этой презентации поговорим. При этом второй довольно важный момент, когда мы разрешаем нашим пользователям использовать те данные, которые находятся в облаке, когда мы разрешаем это делать безопасно, мы организуем соответствующие процессы, добавляем соответствующие средства безопасности, мы должны четко осознавать, что те политики, которые у нас вчера были в нашем периметре, они сегодня должны находиться в том числе в нашем облаке, которое мы как-то контролируем. Неважно, какое это облако. Это наше частное облако, это какие-то арендованные мощности, это какой-то публичный сервис. Абсолютно не принципиально. То есть мы должны четко понимать, что создав политику безопасности для одного решения, мы должны четко понимать, что эта же самая политика, отвечающая тем же самым требованиям, она будет накладываться и на те же данные, которые лежат за пределами периметра. На те данные, которые лежат в нашем мобильном устройстве, на нашем ноутбуке, на нашем телефоне, не принципиально. То есть мы четко должны понимать, что создав одну настройку один раз, мы второй раз ее точно получим в точно таком же виде, но в другом периметре. При этом, опять же, реализуя множество политик, множество задач при помощи различных разрозненных средств безопасности, мы должны четко понимать, что это дополнительное средство безопасности, которое у нас появилось с приходом облачных вычислений, оно не должно нести за собой какую-то дополнительную сложность. Оно должно упрощать нашу жизнь, потому что мы тоже отрабатываем процессы. Эти процессы должны быть для нас понятны. Каждый день мы должны их проходить, желательно как по цепочке, последовательно. Поэтому новые процессы, которые мы добавляем для защиты новых данных, располагающихся в новых инфраструктурах, должны отвечать нашим стандартным правилам, стандартным политикам и тем режимам работы, к которым мы уже привыкли. При этом, опять же, когда мы говорим, что данные находятся где-то в облаке, где они могут находиться? Они на самом деле находятся абсолютно везде. Это, еще раз повторюсь, это может быть наши какие-то инфраструктуры, да, может быть, мы собрали свой ЦОД, несколько шкафов туда поставили, сделали туда несколько веток оптики, разместили там свое бизнес-приложение. Мы должны быть в состоянии его защитить. Либо мы арендовали какую-то мощность у какого-то федерального провайдера или у глобального игрока этого рынка. Или это просто какое-то всеми любимое приложение для коммуникации, не знаю, тот же самый Zoom или Teams или WebEx, не принципиально, куда бы наши данные не перетекали, как бы они распространялись, мы должны быть четко уверены в том, что мы эти данные как-то контролируем. Опять же, что значит контролируем? В принципе, все средства безопасности, которые у нас с вами есть сегодня, они известны уже очень давно. Это средства защиты для конечных точек, для уровня сети, для защиты веб-трафика, для защиты облачных решений. Мы можем добавлять эти средства безопасности, и мы это делаем каждый день, день ото дня. Но когда эти средства защиты располагаются на различных эшелонах нашей безопасности,
у каждого этого решения есть свой зазор, своя слепая зона. И эти слепые зоны, когда, собственно, заказчики начинают использовать, в общем-то, по статистике сейчас среднестатистический заказчик использует решения от более чем 20 различных производителей, то есть это там 20-30 решений, у нас возникают дополнительные консоли, у нас возникает необходимость переключаться между ними, процесс реагирования может начинаться в одном решении, заканчиваться в 21 решении, это очень сложно, особенно когда перед монитором уже который час сидит сменщик в центре реагирования и, собственно, ему просто вызывает некий диссонанс, он не понимает, что происходит, когда мелькают эти консоли, что с этим делать, поэтому это большая проблема, когда у нас есть более одной консоли, 2, 3, 23, неважно, а это накладывает дополнительную административную нагрузку на нас. Да? Просто банально переключаться между окнами – это уже тяжело. Соответственно, тот подход, который предлагает компания McAfee Enterprise сегодня на рынке, это подход реализован в инфраструктуре единой консоли, единой консоли управления, единой консоли реагирования, единой консоли, в которой каждый день, каждый час находится наш специалист, и позволяет, этот подход позволяет реализовать окно единых политик, окно единого центра реагирования. То есть это, скажем так, комплексное решение, позволяющее реализовать все необходимые на сегодняшний день задачи информационной безопасности для защиты данных, где бы они ни находились. Абсолютно не принципиально. Как это реализуется? Ну, это немножко хайповая тема. Собственно, ведущие сказали SASE, SASE, если быть правильным, правильно это произнести, Secure Access Service Edge. Какие-то производители говорят, что это новый класс решений. Я лично считаю, что, и, в общем, не только я, но и ряд, в общем-то, довольно авторитетных изданий, скажем так, что это некая концепция, некий фреймворк, некая точка сборки, позволяющая в едином решении совместить те продукты, те технологии, которые нам нужны для реализации той или иной задачи. Собственно, решение McAfee Unified Cloud Edge добавляет каждый год, каждый месяц себя дополнительные функции, дополнительные решения для реализации тех или иных задач. Буквально месяц назад было добавлено решение класса ZTNA в состав этого продукта. То есть в единой коробке вы получаете тот спектр решений, который вам необходим для защиты данных вашего заказчика, вашего бизнеса. Как это реализуется? Сказать, что это реализуется просто, ничего не сказать. Это сложная разветвленная архитектура, зарекомендовавшая себя технологии, выпускаемых компанией McAfee Enterprise уже не первый год, не первое десятилетие на рынке, собранных в единую консоль InVision ePolicy Orchestrator. Опять же, когда мы говорим об облачных средствах безопасности, всегда возникает вопрос. Постойте, если это облачная консоль, если это облачное средство безопасности, то где гарантии, что это решение будет исполнять свои задачи тогда, когда нам нужно? Все довольно просто. Есть специальные модули применения политик. Причем вне зависимости от того, разворачиваете вы это решение в рамках маленькой компании, маленького офиса или крупного enterprise, большого бранча, у вас есть необходимые модули применения политик. Это может быть веб-прокси, который формирует политики у себя внутри периметра. Он может их передавать в облачную инфраструктуру для того, чтобы ваши путешествующие пользователи, где бы они ни находились, вот я, например, здесь сейчас нахожусь, мой трафик контролируется этими политиками. То есть вне зависимости, где находится наш пользователь, его трафик, его данные защищены нашими корпоративными политиками. При этом тоже немаловажный момент – это неуправляемое устройство. Тоже возникает вопрос, и на проектах последний год довольно часто. Скажите, пожалуйста, что мы будем делать с незащищенными устройствами, с неуправляемыми устройствами, которых у пользователей, ну, в общем-то, довольно много. Опять же, мой ноутбук, мой телефон, они неуправляемые внутри моей компании, но при этом весь трафик, все данные, которые я генерирую, которые я создаю, с которыми я взаимодействую, они полностью контролируются при помощи решения InVision Unified Cloud Edge. И все это реализуется благодаря этой концептуальной архитектуре, которая в полной мере была реализована еще несколько лет назад, но сейчас на рынок она представляется как коробочное решение для вашего, собственно, использования. Собственно, сама модель SASE, которая на сегодняшний момент доступна всем компаниям, в том числе в России, реализует основную концепцию единого окна, единой политики, единого классификатора, единого интерфейса инцидентов. При этом неважно, какие решения мы в рамках этого фреймворка используем. Будь это ZTNA,
будь это CASB или DevSecOps решение Synap, будь это решение класса облачного или наземного Security Web Gateway, то есть прокси, будь это DLP, неважно какое, сетевое или наземное, все эти решения, очень много кликов, все эти решения объединены единой консолью. Все инциденты, которые генерируются этими модулями, неважно где, внутри периметра нашего офиса, за его пределами, в доме у нашего пользователя, в его хоум-офисе, не принципиально, они стекаются в единую точку реагирования, где наши аналитики могут реагировать на эти инциденты соответствующим образом согласно их процессам. При этом, опять же, те слова, которые я говорю, понятно, это технологически в целом можно охватить умозрительно, но этого было бы недостаточно, если это были бы только мои слова или слова производителя. Эти слова подкреплены и рейтинговыми агентствами. Довольно большое количество различных рейтинговых агентств оценило продукт Envision Unified Cloud Edge, но в том числе, помимо исследователей, можно отметить и тех заказчиков, которые в том числе и в России начинают использовать, пилотировать это решение. Поэтому единая концепция решения Unified Cloud Edge, фреймворк, построенного на фреймворке SASE. А что значит построенный на фреймворке SASE? То есть сегодня там есть один набор солюшенов, решений, которые вам доступны для организации информационной безопасности. Завтра там будет еще один, если вам он будет необходим. Опять же, это открытая платформа API. Можно добавлять в это решение те продукты, которые у вас есть в любой момент времени, когда вам это необходимо. То есть самый важный момент – компания McAfee Enterprise строит открытую экосистему информационной безопасности для того, чтобы вы и ваши заказчики могли защитить свои приложения, свои данные, свой бизнес в любой момент времени, вне зависимости от тех задач, которые стоят перед ним. Окей. Тогда сначала я, во-первых, так, в рамках дружеской пикировки верну небольшую шпильку обратно, потому что был комментарий, что ведущий прочитал как SASE, а правильно говорить так. Ведущий прочитал в соответствии с правилами транслитерации английского языка. Да. Вот, если да, вот. Соответственно, мне интересно вот какая штука, потому что упоминалась также концепция Zero Trust, концепция SASE, собственно, тоже сейчас опять-таки на слуху, причем ну, она просто поновее, чем Zero Trust, который восстал, скажем так, из, ну, да, из пепла, каких-то можно сказать, да, прошлых времен, известен достаточно давно. Статистика, Антон, у вас есть какая-то на тему, сколько заказчиков объективно готовы вот прям к перестроению своих процессов и сетей в соответствии с этой концепцией? То есть не просто заплатить вендору или дистрибьютору деньги и думать, что у них все классно, а вот прям правда… Внедрить свои процессы, собственно, да, в эту концепцию. Пойти в эту историю и по-честному все переделать. Слушайте, ну вообще с точки зрения тех заказчиков, которые были, да, которые приняли уже это решение и уже пошли с вендором McAfee Enterprise как с поставщиком этой технологии, этого решения для изменения своих процессов, они были у нас на слайде. Это, собственно, не просто заказчики McAfee, а это заказчики именно решения класса или концепции фреймворка SASE, Envision Unified Cloud Edge. На сегодняшний день в России, вот лично вот мой практически hands-on опыт, это три крупнейших банка, которые не просто рассматривают, не просто пилотируют, а уже внедряют свои процессы в этот фреймворк и уже используют. То есть на сегодняшний день это реальные заказчики, в том числе в России. То есть я как бы не к тому, что это такая технологическая, визионерская презентация. Нет, это реальная практика, которая сейчас уже принимается рынком. Окей, тогда следующий вопрос от меня, как от практика, который в подобную историю тоже, ну, с нашей собственной методологией пытался ходить. Как бы, ну, достаточно успешно, но мы вот прям порвались. Честно скажу, на этапе вот как раз, когда мы помогали тоже крупному заказчику из другой сферы бизнеса, правда, внедрять работающий центр мониторинга, у него была очень большая инфраструктура, свои процессы, это там очень давно работающая, забюрократизированная в достаточной степени компания с waterfall, с классическим, то есть все сначала согласуется, потом реализуется. И мы прям, и мы, и представители изнутри заказчика, из внутреннего его интегратора, мы прям сильно порвались на этой истории. Трудозатрат, вот скольких это стоит сейчас вот хотя бы на этих трех крупнейших банках, о которых вы говорите? Ну, я не скажу в деньгах, я инженер. Мне, да, да, как бы, считаю, именно с инженерной, у нас практическая секция. Да. В часах могу сказать так, что внедрение от момента «мы хотим, у нас есть бюджет, давайте начнем внедрять, мы вам заплатим», до момента, когда все, все готово, давайте теперь денежки переведем, собственно, будет готов проект уже, собственно, он уже готов фактически технически, у нас прошло август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 5 месяцев.
Собственно, через 5 месяцев уже все процессы перестроены, все инфраструктуры под контролем, все санкционированные приложения подключены в эту вещь, причем как в режиме управляемом, когда мы ставим либо агента, либо неуправляемым там, через реверсивный прокси, через SAML и так далее. То есть это 5 месяцев. А, допустим, легаси какой-то, который наверняка был у коллег, оно вот за эти 5 месяцев вы его тоже все окучили? Или ну, я не могу сказать, что там было 100% покрытие всей инфраструктуры бизнеса, но, скажем так, тот мейнстрим, который сейчас, на сегодняшний момент, приносит основные деньги заказчику, он уже там. Okay. То есть, понятное дело, там будут какие-то доработки, но самое главное, что есть инструменты для этого. То есть даже legacy какие-то приложения, их можно встроить, можно выдернуть их вызовы и подключить, собственно, в эту концепцию. Для этого есть необходимый инструментарий. Ну, то есть базовое, самое рисковое, за что заказчик больше всего переживает, вы покрыли вот на этом этапе, а дальше для остального дальше вы предоставили инструменты. Дальше это процесс, конечно. Continuous improvement по классике. А? Continuous improvement по классике. Ну, да. Спасибо. Данил, может, у тебя вопросы какие-то? Вопрос, я не особо погружен в SaaS историю, но все-таки, если смотреть на отчеты того же McAfee, например, то там неизменно фигурирует Россия, фигурирует Китай, фигурирует Иран как основные источники угроз. И вот если это принимается вендором решение как такой вот входной параметр, через который, на который будет умножаться политика предоставления доступа моих личных клиентов, то вот не создает ли это больше проблем, чем защиты для меня, как для конечного пользователя? Вы знаете, я вот работаю в IT и B, вот, конкретно в России, с 2009 года, там и в вендорах, и в заказчиках там по-разному доводилось поработать, и всегда основной барьер, который есть между вендором, вне зависимости от конъюнктуры какой-то политической, экономической, абсолютно никак не зависит, этот барьер всегда языковой. Вот это, наверное, самая большая проблема, с которой сталкивается заказчик, потому что, когда задача спускается на самый низ, на исполнителя, соответственно, исполнителю всегда сложно завести заявку, попросить кого-то, но для этого есть value-add distribution, который, собственно, эту услугу предоставляет дистрибьютор сейчас здесь, на территории России. Поэтому заказчик может прийти к нам и сказать: слушайте, у меня проблемы, надо срочно решать. Подключите вендора, найдите необходимого специалиста в инжиниринге или, может быть, в отделе нагрузки. Давайте разберемся этой задачей. То есть вот это вот коммуникативная проблема. Тут скорее вопрос о том, что вот айпишник идентифицируется как malicious на вашей стороне. И он из раза в раз формулируется при доступе как: позвоните менеджеру, сделайте там еще. Это все понятно, да, я понял. А смысл в том, что риски, да, некий скоринг на те IP-адреса, откуда работает ваш enterprise или может работать ваш заказчик, чисто теоретически, выставляется заказчиком непосредственно. То есть не то, что вендор сказал, что Россия, Китай, Иран плохо, а вендор в процессе интеграции, имплементации решения спросил: а что вам плохо? Какие регионы для вас плохие? Неважно, он американский вендор, российский заказчик, абсолютно не принципиально. Это зрелый подход зрелого вендора. Поэтому да, все понимают, что есть некий диссонанс конъюнктуры, но опять же, здесь проблем особых я не замечаю. Прекрасно, спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуй, самая интересная секция вопросов и ответов у нас получилась именно с последним докладом. Потому что было время. Спасибо большое. Что ж, друзья, на этом у нас все.